залечит эти раны. Помощник, у нас большие проблемы. Мне снова нужна твоя помощь. Я знал, что после смерти Иоанна его паства рано или поздно начнет колебаться. Те, кого ты спас на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. Спасибо за помощь. Эй, парень, как она? Хвала отцу, что помиловал меня. Если он хочет покинуть врата Эдема, поможем ему. Эдемщики пытаются его вернуть. Остановим их. Черт! Эдемщики сзади! Блин, постреляй! Бегу вперед! Есть! Мне конец! Эдемщиков все больше. Нужно увести его отсюда. Я думал, по мне уже колокол. Дорога, дорога, они там!
Спасибо тебе за помощь. Не дайте им забрать меня. Сопротивление уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Уведите меня. Они не остановятся. Прошу, простите меня. Он в порядке? Положи его, мы прикроем. Дальше мы сами. День добрый. Как жизнь? Смерть. Опять эта девчонка Скайлор. Она не будет в безопасности, пока ловит этого своего адмирала. Надо, чтобы с ней кто-то поговорил. Спокойно. Ты справишься.
благодаря... Ты в курсе, что кто-то пытается снимать тут фильм? Я видела, как какой-то богатенький либерал командовал своими людьми у старой шахты. Справился с ними. Я видел судей неподалеку. Если они унюхают стряпню Чеда, ему кранты. Пойдем. Нельзя бросать в беде хорошего человека. Люблю делать все своими руками.
последнее. Молодчина, помощник. Ты нанес эдемщикам серьезный ущерб, точно тебе говорю. Теперь они знают, что на них есть управа. И будут вести себя скромнее. Мы им покажем. Привет, салага. Достойно лучшего. Привет. Знаешь, что нам нужно? Яйца. Я серьезно. Ежегодный праздник живота – многолетняя традиция. Праздник живота – возможность для всего сообщества собраться вместе и заняться любимым делом – поеданием ковбойской икры. Этому городу нужно развеяться. Если устрицы скалистой горы не могут тебя развеселить, то дело дрянь. Проблема в том, что праздник перенесли из-за распроклятой секты. Но Кейси не войдет в историю как повар, который не смог подать Уэвас с гарниром из счастья. Мы сделаем это. Но сначала достанем припасы, которые нужны для праздника. Парень по имени Кенни запер их в старом амбаре по моей просьбе. Я начну подготовку, а ты сходи туда и принеси. Какая же потрясная игра! Кейси, иди сюда. Один из стервятников проглотил ключ от сарая. Знаю, звучит смешно. Я просто на минутку отвлекся. В общем, поможешь мне? А то, прямо скажем, стрелок из меня не очень. Убей этих тварей! По-другому мы ключ не вернем. Жаль, нельзя вернуть ее.
Привет. Знаешь, когда-то у меня не было оружия. Даже охотничьего. Я надеялся только на Бога, что Он накормит, защитит меня, подскажет, что справедливо. Но все это в прошлом. Главное, есть чем сражаться против сектантов. Грейс, ты здесь? Ответь! Скорее убирайся оттуда, ты поняла? Святоши ищут людей вроде тебя. Тех, кто умеет стрелять. Они приходят среди ночи и поджигают их дома. Знаю, ты хочешь дать им отпор. Прошу тебя, не надо. Лучше беги. Хоть бы ты услышала это.
зная, кто ты, но уверена, мы подружимся. Будь начеку. Сектанты вызвали подкрепление. Отличная работа. Нам даже из тюрьмы видно. Пока бездарная куча цемента. Кстати, если хочешь еще помочь, есть одна идея. Вера хранит свою копию вредни Иосифа внутри статуи. Заберись внутрь и сожги бумаги. Покажем ей, с кем она связалась. Забраться наверх по лестницам. Их можно опустить с помощью рычагов. Живей, найди их. Иосиф знает! Тебя насколько? Все равно тебя найдем!
что ты надел? Его слово. Ты понимаешь, что со мной будет? Блаш ждет тебя. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми, что я одурманиваю их разум. Что ж, я поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. Потом пришел отец. Дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец сдержал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Иди по пути. Я дам тебе цель. Я освобожу тебя. Чувствуешь перемену? Ты жив. Чувствуешь?
Первый шаг — это всегда страшно. Но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя.